Насколько сложным получился сегодняшний матч? Ну, в связи с погодными условиями, это конечный результат этой игры, это то, что, слава богу, что все доиграли до конца, живы, здоровы. Вот. Ну, а что касается результата, тяжелая победа, конечно. Сначала забили, первый тайм более активно провели, ну, второй тайм уже в связи, может быть, с функциональным состоянием некоторых игроков просто получилось, что сыграли от обороны на контратаках. Активное использование некоторых футболистов в основной команде как-то ограничивает вас в выборе состава, тактики? Нет, ну, те, которые с основного состава приходят, естественно, что начинают игру, и главный тренер расписывает, кому сколько играть.